Чистая вода какая. Всё одно видно. Собираемся на рыбалку. Зачехляем лодку, потому что нагрелась на солнце. Погода чудесная. Прямо радует нас жара. Парковка для лодок. У кого какая? У нас вот такая. С закрытым верхом. Очень удобно. Рыбалка в Норвегии. Норвежцы иногда говорят, что у них в венах струится морская вода. Они всегда жили морем. Все побережье норвежское усеяно деревушками, и в которых рыболовство до сих пор является важной частью местного быта. Без рыбы они жить не могут, запасаются всегда рыбой. И рыбалкой в Норвегии можно наслаждаться круглый год. Важно только знать, когда хороша рыбалка, какие месяцы лучше ловить скрей, треску, маленькие хитрости и тонкости. Вот мы вышли в море порыбачить, и важно, чтобы была высокая вода. Иначе не будет рыбы. В летние месяцы – это высокий сезон. Местные жители и приезжие пытаются максимально использовать теплую погоду и длинный световой день. Береговая линия здесь длинная, и огромное количество видов рыбы нерестится и вырастает до больших размеров. Благодаря теплому течению Гольфстрим здесь бурно развивается планктон, который питается, соответственно, рыба, и поэтому рыбы здесь всегда много. Но в этот раз мы поймали совсем немножко рыбы, и я думаю, что я буду готовить из нее, из трески, рыбные котлетки. Есть специальный рецепт норвежский. И я их очень люблю. Спасибо за внимание. Кто был со мной, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго. С вами была Лора из Норвегии. Пока-пока.